Мастер-класс «Здоровая спина» для всех желающих прошел в новом спортивном комплексе Куйбышевского района. Тренировку провела Светлана Серединская. В прошлом фигуристка, а сегодня инструктор молодежного центра «Диалог». В центре, который также находится в Куйбышевском районе, Светлана ведет оздоровительные занятия. Скоро его воспитанники смогут тренироваться и в новом спорткомплексе. Входит у нас возраст, и детские группы есть, и взрослые. Уже в этих группах мы приступили к закаливанию в этом году. Вот, потому что в этом году я сама занялась зимним плаванием серьезно и выступаю на соревнованиях уже чемпионат России, вот только приехала с Уфы. И поэтому ввожу в свои занятия «Здоровая спина» еще и закаливание. Во время тренировки использовали специальные деревянные палочки, которые помогают разгрузить мышцы спины. Эту технику Светлана практикует уже около 6 лет. А вот туда ее аккуратно, раз, левую убираем. Про мастер-класс узнала от дочери. Она ходит в группу здоровья. Хочу оздоровиться. Поехали. Нет, стоп. В соседнем тренажерном зале также прошел бесплатный мастер-класс для подростков 14 лет. Им рассказали, как провести тренировку максимально эффективно и безопасно. Мастер-классы будут проводиться, то есть воспитание нашего поколения в наших руках. Мы будем здесь практиковаться, будем молодежь сюда зазывать. Напомню, мастер-классы проводились на базе нового спорткомплекса, который уже в ближайшее время распахнет свои двери для всех желающих. Виктория Шаре, Полина Чулюкова, Сергей Баскин. События.